Всех приветствую, мои дорогие друзья и гости моего канала. С вами Наталья Крайник. Сегодня я готовлю, ну, очень ленивые пирожки с капустой в лаваше. Получаются вкусные, хрустящие, румяные и готовятся на раз-два. Просто и быстро. У меня здесь два лаваша. Капусту я предварительно потушила со сметаной. Весь процесс приготовления капусты есть у меня на канале. Кому интересно, посмотрите, как готовится капуста со сметаной. Начинаем делать кляр. Два яйца, щепотка соли, немножко перца черного молотого. Взбиваем. 5 ложек сметаны по любой жирности. Перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки муки. Добавляем сыр, натертый на мелкой терке. Смешиваем. Кляр готов. Берем лист лаваша. Распределяем капусту по лавашу тоненько. Сворачиваем рулетиком. Так, немножко прижимаем. Разрезаем вот на такие квадраты. То же самое проделываем и со вторым лавашом. Из двух лавашей у меня получилось вот 8 вот таких вот пирожков квадратных с капустой. Каждый такой пирожочек обмакиваем в кляр. Сковорода уже разогрелась, масло на сковороде уже разогрелось, и выкладываем на сковороду. И обжариваем с двух сторон до золотистого такого цвета, чтобы была хрустящая корочка. Пирожки с капустой из лаваша готовы. У меня их получилось из двух лавашей 8 штучек. Всем, кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, я на них обязательно отвечу. Правда ведь? Просто, быстро и без заморочек. Да еще и вкусно. Пробуйте, делайте, радуйте своих родных и близких, ведь это делается на раз-два. Всем приятного аппетита! С вами была Наталья Крайник. До свидания, до новых встреч!